Здравствуйте, меня зовут Инна. Прямо сейчас я расскажу вам о прогнозе погоды на 1 ноября. В Барнауле ночью +7, днем +9. В Белокурихе ночью также +7 градусов, а днем +10. В Горно-Алтайске ночью 6, днем 9 градусов выше нуля. Что касается нашего города, то в Бийске 1 ноября ожидается переменная облачность, возможен дождь. Ветер юго-западный, умеренный. Ночью +1, +3, днем +8, +10. Поздравляю моего папу с наступающим днем рождения. Желаю ему здоровья, успехов в работе и исполнения всех желаний. Передаю привет всем друзьям и родственникам.